Опавшие осенние листья. Для тех, кто желает дружить с растениями, с деревьями, очень важно не собирать от них листья осенью. Не надо их загребать, потому что это естественный процесс, когда листья падают под дерево, лежат под ним и зимой укрывают дерево от холодов, корни от промерзания. Также микроорганизмы способны жить и давать свои микроэлементы корням дерева, чтобы оно могло и укрыться от холода, и в дальнейшем питаться микроорганизмами и продуктами обмена, которые они вырабатывают. Это все то, что нужно для жизни корней и растений. Это то же самое забирать листья от дерева, как забирать мед от пчел. Это тоже неразумно, потому что пчелы на зиму должны все-таки иметь мед, а не сахарные всякие там им коктейли, которыми их кормят нерадивые пасечники. Поэтому пчелы будут болеть и не давать нормальный мед. Точно так же и деревья осенью. Если мы будем загребать эти листья, они не будут сохранять корни и не будут давать питательных веществ к весне. Это уже можно сделать весной, если вы хотите иметь красивый дворик. Собрать эти листья все и на перегнойную яму или ящик, для того, чтобы они дали потом перегной, который очень полезно осенью вот так присыпать сверху листьев этим перегноем, для того, чтобы еще более подобрить деревья, и чтобы они имели более качественную пищу к весне, чтобы могли потом раскрываться и, естественно, давать нам силы в благодарность за то, что мы за ними ухаживаем. Ну вот вам такая маленький совет для того, чтобы деревья больше нам отдавали силы внимания и больше нас радовали как хорошими урожаями, так и делились с нами своими энергиями. Деревья ведь это тоже места силы.